Невиданный прежде бюджетный кризис в США длится ровно месяц. Шатдаун вступил в 31-е сутки. На попытку Дональда Трампа выйти из клинча, он согласился пойти на некоторые уступки, демократы ответили очередным удушающим приемом. Денег на стену не дали. «Как бы вам самим не задохнуться от запаха мусорных испарений», ответил глава Белого дома спикеру Нижней палаты Нэнси Пелоси у себя в Твиттере. Нэнси Пелоси вела себя так иррационально и зашла так далеко, что теперь официально стала радикальным демократом. Кстати, убирайте улицы в Сан-Франциско, они отвратительные. В городе у залива на Трампа обиделись. К онлайн-дискуссии подключилась мэр Сан-Франциско, которую зовут Лондон. Написала, что, мол, и после вашего президентства придется прибирать, а мы тут, дескать, справляемся. В общем, с женщинами, выступающими в качестве политических оппонентов, и после Хиллари Клинтон, главе Белого дома, надо держать ухо востро. Его конфликт с Пелоси уже стал предметом пародий. Если правительство не возобновит работу, вы не сможете выступить с обращением к нации? Я не смогу выступить с обращением, тогда знаешь что? Ты не полетишь в Афганистан. О нет, я не смогу полететь в отпуск в зону боевых действий? Что же мне делать? Похоже на ссору бабушки с дедушкой из-за термостата. В Нижней палате, которой и руководит Пелоси, у демократов большинство. В Верхней, наоборот. В четверг Сенат вернется с коротких каникул, и предложение Трампа о миграционных поблажках для так называемых мечтателей, то есть детей нелегальных мигрантов, там поставят на голосование. Печально было увидеть, что спикер Пелоси отвергла предложение еще до того, как президент произнес речь. Американский народ хочет, чтобы мы работали вместе. Особенно хотят этого 800 тысяч госслужащих, сидящих без оплаты. Чеки не приходят пятую неделю подряд. Серьезных сбережений у тех же сотрудников парковой службы, по которым шатдаун ударил больнее всего, не имеется. Ни госсекретари в отставке, как Джон Керри. Наш президент не ведет переговоры. И этот человек, который считает себя лучшим переговорщиком, он выходит из Сирии, не пытаясь достичь какой-нибудь договоренности. За свой срок он только и делал, что уходил и отступал. Правда, входили и наступали в Сирии американцы как раз прибывшим шефе Керри Бараке Обаме. Чем это окончилось для ныне растерзанной страны, знает весь мир. Даже на CNN теперь не сильно клюют Талси Габбард. Ветеран Ирака, конгрессмен с Гавайев, выдвигается в президенты и снова рассказывает, как встречалась с Башаром Асадом. Я продолжаю верить, что если мы серьезно настроены на установление мира и обеспечение нашей безопасности, любому лидеру нашей страны очень важно стремиться к встрече с другими лидерами. Компанию женщин, которые хотят бросить вызов Трампу в 2020-м, пополнила и сенатор от Калифорнии Камала Харрис. В своем желании почувствовать себя немного Хиллари Клинтон, она присоединяется к Элизабет Уоррен из Массачусетса и Кирстен Джиллибранд из Нью-Йорка.